Менш як тыдзень да доўгачаканага свята аматараў бегу мінскі паўмарафон пройдзе ў сталіцы ўжо ў гэту нядзелю. Стаць удзельнікам фестывалю час яшчэ ёсць на выбар дыстанцыі ад 5 да 22 кіламетраў. Спартыўную тэму працягвае наша рубрыка «Матчбол». Зборная нашай краіны па хакеі ў першы дзень восені атрымае выдатную магчымасць рэабілітавацца за не самае лепшае выступленне на апошнім чэмпіянаце свету. Алімпійскі кваліфікацыйны турнір пройдзе ў сталіцы Беларусі. Сапернікі сур'ёзныя. За адзіную пуцёўку ў паўднёва-карэйскі Пхёнчан паспрачаюцца акрамя дружыны Дэйва Льюіса 14-я ў сусветным рэйтынгу Славенія, 15-я Данія і 22-я на дадзены момант каманда на планеце – Польшча. Все мы трезво понимаем и сидим, что фаворитами данного турнира являются датчане. Объективно. 8 НХЛовцев, они собрали самую сильную команду за всю свою историю и везут ее с одной мыслью однозначно победить. Все мы должны помнить предыдущий отбор в Дании. Белорусы готовились к датчанам, датчане к белорусам, поехали словенцы. На калках, сказал Дэйв, это будет как решающий матч, каждый матч. Поэтому настраиваться однозначно надо на каждый матч. Обстановка в команде, в тренерском штабе, в самой команде очень хорошая атмосфера, поэтому, конечно, надеемся, верим только в победу, и ну, только такая задача стоит. У первой гульни белорусы сустрэнуцца с командой Дании. У четверг поединок стартует в 19:00. Все матчи турниру пройдут на Минск-арене. Прямые трансляции шукайте на Беларусь-5. Борисовский Батэ развитался с Еврокубковой осенью. После гостевого поражения от Астаны 0-2 на хатней арене жоўта-сінія так і не здолелі перамагчы. Нічыя 2-2. Такім чынам, у першыню з 2013 года каманда зімой не выступіць у Еўропе. Пры гэтым у чацвер у матчы ў адказ плэй-оф Лігі Еўропы ўсё пачыналася нядрэннае. Міхаіл Гардзейчук лік адкрыў і да 50-й хвіліны лічбы на табло заставаліся 1-2. Аднак два дакладных стрэлы апанентаў расставілі ўсе кропкі над «і». Клуб з Казахстана ідзе далей. Вынік матчу 2-2 і 4-2 па суме. После игры с Астаной пришлось Сверскому ехать назад и брать диск этой игры. И что вы думаете, в самолете этот диск смотрел один Ермакович? Вопрос, сколько у нас человек в тренерском штабе? Какие деньги они зарабатывают, да? Таким чином Батэ протягнет выступление в чемпионате краины, где команда на данный момент уже на 15 баллов опереджуя Шахтер. На этом тыдні сочим за хоккеем. Беларусь претендент на поездку у олимпийский Пхёнчан. Параллельно подтримливаем национальную сборную краины по футболе. Дружина сгуляя супраць Норвегию в рамках товарищеской сустречи. И сочим за национальной сборной Беларуси по пляжному футболу. Команда пошли отбор на чемпионат света. Все это зрозумело на телеканалах Белтелерадо. Компании «Любите спорт» и еще увидимся!